Можно суммонить всех. Ставьте шкаф, там грилит. Давайте суммонить, заходите. Мне тут в ДЦ остаться или холиком будет профитнее? ДЦ. Там в тьме будет два арша, мои дружки, я думаю. Мне надо будет с тебя Получается, я килаем. с Хапалом остаюсь. Да, ты с Хапалом Святой останешься. Ты, в принципе, в тьму на вторую зайдешь, а на третью выйдешь. И мне надо будет с тебя, чтобы ты в свету поговорила людям. Беги там с меткой и бегите метеор, чтобы вот эти вещи сказала. Угу. Ребята, а есть квестик в РС-ку? Шарните, пожалуйста. Да, он должен сверху быть. Ну, сейчас... Не, он у Рони наберет, Доларани. Там есть на Халеона квест, когда Болтара убьем. А, вот этот еще есть. Я не помню, если в десятке сделано, 25-ка отдельно, наверное, да? Вроде бы нет. А вроде бы да, не знаю. А есть у кого-то квест на Болтара, кстати? Где-то на наверху. Наверху берется где-то. Наверху? Ну, я сейчас лечу, посмотрю там. Судя по всему, они разные, потому что у меня в этой цепочке показывает именно рейд 10. То есть на рейд 25 отдельный, что ли? Ну, кто-то возьмите, поделитесь. Вон, предложили же. Так, но есть только вечности. Пусть. Вот, на святилище. Нападение на святилище. Да не парьтесь. А что это за квест? Беспонтовый. Ну, там надо будет ждать. Получается, где болтар стоит, там есть этот... Это... Дерево, проход, дерево, там да. Баба стоит. Подрубите трансляцию, пожалуйста. Так, сейчас. Ага. Я забыл. Спасибо. Друбил. Это, принимайте сумму. Так, ну все тут. Это самое, смотрите. Алкина, давай ты будешь работать по всем кружкам. Тебе нужно давать стан во взрывную волну. Вот. Угу. А этот... А ромбик, давайте будем чередовать, кто там у нас. Первый танку, второй рарник, третий рос. Вот, станы. Блять. В кого? Подожди, я пропустил. В ромбик. Ваш ромбик будет. Вот. А, это за трэш? Да-да. Ты, короче, рос... Забирай ромбики все, а кружки все забирай крикер, а я двоих буду забирать. Вот, ну и смотрите, под лицом, а вам агрессором не лезете, и все, давайте вот эту пачку будем бить. Вот куда-то сюда в центр, вот где я на коне, вот сюда выгрипывай, крикер, кружок, рос ромбик. А я тех заберу, агрессора. Давайте грипайте, забирайте. А, ну агрессор один тут, что ли, странно. Ну вот, бейте там агрессора. Милики агрессора бейте. РДДшники тех бейте, вот. В принципе, и тех тоже можете бить, потому что им должны косты сбивать. Ну вот я вижу, ромбику уже забили, хуй сбивать. Кружку рога сбивает, я думаю, ты все собьешь. Именно взрывную волну нужно станнуть. Угу. Все. Кружок в первую очередь тогда всегда сливайте. И рога тогда переходишь на этот. На ромбик также станем. Вот я с паладины там не успевает. Все, быстренько зергаем этот, как он называется. Ромбик. И это вам... А, застаньте что-то сделать. О, никакого стана, ничего. Если стан не даете, можете Локи Фир кастануть. Тоже. У меня на двух комбопоинтах он просто это... Нихуя не сделал. Ну, диминишинг. Может, диминишинг был, может, что-то хуярит стан это. Он просто магию стана хуярит, поэтому... Так, сейчас я поставлю эту самую меточку. Крикер кружок. Я сейчас этого петуха выберу второго, где он, блядь. И рос ромбик. Командира я заберу, и остальную парашу. Это. Агрите. Ну вот где они стоят, на агрите я заберу командира. Залетайте, рос. Не вижу кружок. Да, потом выберешь буквой тап. Это, потабаешь. Забегайте туда, рос, забегай. Весь рейд командира играю в первую очередь. Вот этого, которого грипнул. Все милики, РДД. Ваня, жми на сумму. Блять, не успеваю.
Короче, уже сам, наверное, прилетит за это время. Так, я его заберу. После командира на кружок переключайтесь. Всем рейдом. Ну, у нас хп авто 4, прикольно. Тоже хочешь? Не особо. Нет времени на хапале играть. Гуся заберу. Вот. Все, иди, Рога, на этот, на ромбик, давай станы на взрывную волну, всю эту хуйню овешим. В принципе, там метров 15, по-моему, можно отбежать от него, если прям быстро. Если заранее начать бежать. Так неприятно, оно и замедляет скорость бега, миликам неудобно. Кстати, возможно, меня одного может не хватить, если он будет часто кастовать. Да ничего страшного, ну третий образок. Три ГП начислим, да. Так, пошли на ту сторону к Болтару, там ебанем трэш. Он командир. На коня и садитесь. На конях быстрее передвигаться. Я командира также заберу. Сейчас пробудителем метки ебану. Кружок, а второй пробудитель ромбик. Давайте, врывайтесь. Командира заберу. Рос с крикером, врывайтесь. Просто в толпу выйду заходить, я грип на командира. Командира в первую очередь уничтожаем. Весь рейд по нему, зерганите его. Давайте через кружок весь рейд играем. Мильки, смотрите осторожно за хп. Две взрывные, они много пробивают. Тем более вот стак, если кто-то спали. Сразу вставайте, кто умер. Залетайте в инст. Здесь сразу вы появляетесь возле ста. Все, через ромбик играем. В первую очередь стан ему. Ага, вот или грипп, или стан, да, что-то такое. Или хиром можно сбить. Надо сало, кстати, проверить удушение ДКшное. Сейчас проверю. Вот удушение работает. Удушение работает, вот я сейчас дал. Как не работает? Сбили же каст. Кто-кто? Каст же вроде сбили. Не сбили каст, это сало. Это сало. Эффект немоты. Я удушение кинул. То есть вот эффекты немоты кто-то может давать. Ну, ДКшники, считай, могут. Потом фером локи могут, присты могут сбить каст. Станом можно сбить притяжкой. Тайфуном, элимовским откидыванием. Вот сейчас вот этот бродящий убьем вот здесь. Кружок. И второй ромбик. Ромбик. Я агрессора возьму. Ну, паловским щитом можно, наверное. Угу. Ну, он сало дает 3 секунды. Угу. Пошли на Савиану. Там будет на взлете. Надо, во-первых, берсу снимать. Алкина. Намажь нейтрализующий яд.
Или какой анестезирующий яд. Блять, какой там? Анестезирующий, да, бирсу снимает. Вот. Иступление, которое? Да, иступление. Алкина есть у тебя? Чинитесь там, чинитесь постоянно. Блять, у меня анестезирующего нету. Ну, тут... Лучше макрос на смену пух сделай. И если дополнительное есть, туда кинь. Давай, и как возьмешь яд, скажешь. Взял в Дживсе яд? Нет, там его нету. Блять, значит ищи, я хуй знает. Портуйся, ищи, покупай. Иди покупай яд. Как нету, блять? В фламоботе нету? Должен быть. Я думал, нет. Должен. Ну, в Дживсе нету, в фламоботе я не знаю. Ну, иди покупай, значит. Да, ладно. Ставьте шкаф. А, кстати, мало, там есть какой-то динозавр, там должен жить. А вон он побежал. Вон маунт стоит, вот он здесь есть яд, вот яд здесь. Ладно, вот есть. Нет ничего из яда. Вот, маунта поставили, есть яд. Все, сунуть его тогда побыстрее, он здесь соберет с маунта. Он где-то здесь, вон он. Он вон у маунта стоит. Там все взял. Там. Все, намазываю. И там как уколом или ну как удобно, короче. Главное, надо будет иступление снять, иначе будет большой дамаг по рейду. Okay. Это. Ну, короче, лицом на озеро отверну. Когда босс прилетает, тоже, ну, к озеру особо не бегите. Меточки будут. Ай, блядь. Давайте, чтоб просто было. С меточками люди в сторону кружка, люди без меточек, все остальные. В сторону ромбика, то есть направо. И когда люди с меточками друг от друга рейндж, как-то синдре также метров 12 держите. Потому что если вместе встанете, то по вам двойной урон будет проходить. Ну и меточки, соответственно, они такие красные будут. И их надо хилам прохиливать. Вот. Ну также не зыбкие эти, блять, как они. Панцири работают, вся хуйня. Проверка. Все, пози. Ты на первой взлетке будешь не запродавать. Да, да, я на первый дам. На счет три пуляем. Раз, два, три. Метки сейчас будут смотреть. Готовимся, меточки сейчас смотрим. В сторону кружка сейчас появится. Только друг с другом толпой не бегайте, толпой не бегайте, двойной урон по вам будет. И зыбку, да? Иступление, иступление, иступление. На болтаре выходят две копии. Босса держу я. Босса держу я. Крикер первую копию. Рос вторую. Я поведу. Я загружусь ко второй копии. Давай, давай. Что ты ко второй? Не, я загружусь, можете блять. Я еще пока метки поставлю. Этот крикер ведешь, начиная с кружка свою копию. Ну. Не прям с кружка, а параллельно, если вот через центр круга вот этого идти к Савиане, где мы дракона убили сейчас. Вот этими тремя линиями поведем босса. Босса отводить, когда вертушку крутит. Ну, в принципе, когда на нем стаков нету, можно не отводить, можно, ну, могут захилить. Частица на войде, экон.
щиток на крикере, забраджин на розе щиток. Вот. Ну и смотрим, того танка надо хилить 5 хилов, которого, у которого копия вырастает, то есть который больше стаков наберет. Копии можно бить абсолютно любые. ХП у босса общее. Единственное, что если не соблюдать... Короче, что случилось? Что у него? Срочно уходить, он говорит, на дым. Да хуёво. Нормально, мы здесь в 3 хила хилили РС-ку. 2 в тьме, 1 в свету. Эрдрух и прист, и хэпал в свету. Танку давай, в хэпала. При необходимости я в холика спекну. Не-не, холик не надо, надо это. Просто хэпал. Можно в ДЦ сделать еще одного. Не-не, нормально. Нафига? По хилам нормально все. Так. Тут ДЦ1-то сомнительный. Ты про второго. Ну, как по мне, тут лучше ну, холика. Да, и за щитков своих. Так, дайте шкаф сейчас танку сумнем. Тогда частичку танку будешь держать на крикере. Вероника на войде. А Зубраджин щиток на розе. Вот, я это основного босса через звезду веду, прямая линия. Милики, значит, вы позиционируетесь сзади этих меток. Вот в подножии вот этой горы, где босс стоит. Хилы за спиной танков можете позиционироваться. РДД по бокам тоже там. И друг от друга рейндж 12 метров соблюдайте. То есть, если из вас будут лучи к боссу идти, это значит, надо набрать рейндж от людей, которые стоят рядом с вами. Чем больше людей с вами стоит, тем больше босс захиливается. И урон увеличивается у него. Вплоть до 99 стаков, там большой урон будет по танку, может шотнуть кого-то. Так, шкаф стоит, стык на сумон. Можете первоначально там на конях побегать, милики. РДД проще рейндж набрать, бить. И это. Потом, когда метки разбросит, если на вас нет метки, пойдете бить босса спокойно. Милики, можете вот здесь, вот возле, это... Вот, вот тут, вот где вот я стою, на коне, вот с этой стороны, примерно, стоять. Босса, когда спущу, я его с лицом поверну на звездочку. Я буду вот здесь вот так стоять, как сейчас стою. Все, пойду начинать. Сейчас проверка. Танку готов? Чё он там, танку? Я релогаюсь. Крикер через кружок ведешь первую копию на 60%. На 66% уходит рос. На 33% через ромбик. Перед лицом босса не находиться никому, если что, там не забывайте. Мы на вихре будем вести. То есть хилы, если за спиной стоите, там отбегаете своевременно. На счет 3 запускаю босса. Раз, два, три. Цирк приехал. Че, ДПС? Сейчас метки разбросит. Сразу раньше набираем. Вот меточки разбегаемся. Разбегаемся, метки. Не стоим, разбегаемся. Кстати, будут откидывать, вас станете, меня откинет сейчас. Вот, сейчас отбегаем. Он идет с вихрем. Все, из-под лица уходим. Хилы, имейте в виду, там меня откидывают, потом сразу отбегайте после откидывания. Рейдж набираем. Дал незыбку. Крикер, не веди там на хила, там люди стоят. Поверни в сторону Савианы вести. На дерево, да, вот так. Ну, там тоже стоят люди. Ну, они отбегать будут.
Я думал, ты вдоль этого круга поведешь. По прямой просто зеро идем и все. Килая умерла. Сочный килая рис. Крикер, давай не зыб. Сейчас. Сразу речь не сразу фул баф по ней. Нашел ее? Да. Да, залил. Все, набирайте рейндж и бить можно любую копию. Сова, отойди, а то сейчас к тебе поведу шотник. Да, мы, конечно, хилим их очень круто. Угу. Да, я сколько? Я тут третий раз в РСке. И... За эту неделю? На этом КД. Вчера то же самое было. Давайте Геру добивать. Похуй на Заритри, на Геру не надо. Да, 99 стаков. На твоей? Да. У меня 20. Ну, видать, он куда-то в толпу кидает. В хэме больше 30 уже плохо. Ну, там вообще пиздец. В хэме вообще пиздец. Не хочу там заходить через эту хуйню. Давайте вот эти два моба убьем. Идите сюда. Так мы тебя выйдем? Ну ладно. Значит, квест один одинаковый, что 10, что 25. Не дают квест, ты сделал 10. Ну, он такой общий, типа, идейный этот квест. Ну, кто делал, нету смысла подходить. Да только ради УД больше ничего же, да? Так, килая уже кидай на Войда антифир. И ВБ скажу, когда. У меня еще своя есть. Красава. Где там Ози, Хайрина, Анименник? Чё стоят АФК? Почему АФК? Квест давай. Ну так мы мобов бьем. Заходим к боссу сюда. По стеночке идем, поедем. Ну, поздравляем вас. Здесь вставайте. Значит, Рос. Босса? Нет. Блять. Короче, это, если смотреть на босса сейчас, Рос справа, Крикер слева. То, блядь, нитки забагались, ебаные. Чем проверка, готовьтесь. Так, антифир на мне есть, ага. Там, надеюсь, это КДшится. Могу научить без антифира танчить. Таун давать в каст. Ну да. Сейчас попробую. Рос, ты многому можешь научить, но только не меня, блядь. Рарник, ты тут? Всех могу научить. Все, Рарник тут. На счет три пуляем. Раз, два, три. Алекс сразу выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить. Немножко его подвигать, попробовать. А, он как уебок не ходит. Нет. Берегитесь. ИВБ, антифир на Войда. Подбеги, дай. Ну, после фира. Закинул? Да. Ага. И все, ебашек босс. А вот, в принципе, на третьем эфире попробую дать. Да, я еще не проверял. Сейчас антифир есть, им что пофиг. Берегитесь.
Там 4 моба на вас, да? Да, ДПСик, ну ладно. 6 мобы, наверное, выйдут. Хир, хир, тормозит. Так, сейчас проверим таунт в каст. Да, нормальная тема. И, кстати, Фир сама мне не дал. Так и должно быть? Ну, да, да. Резист, ну, он, блин, типа, может дать Фира сразу сбить, или же просто в момент каста тебе проходит урон. Mm-hmm. Главное, чтоб щиточки на тебя не вешали всякие, хулипалы. Mm-hmm. Просто сработал резист, вот и все. Темной магии. А, может, нет, а резист, ко всяким ПВЕ. Хулипалам относится? Кто-кто? Или мне можно? Че к хулипалам? Мне тоже щитки не вешать. Ну, на танка перед Фиром не вешать, да. Так, езжайте сюда. Езжайте сюда. Откуда? От входа бьем? Да, да, от входа. Саппорт где? Или как лучше? Ой, блядь. Сейчас я релогнусь. Только через босса не бейте, там не пульте, чтобы не умирал никто. Короче, первая, вторая. Свет, тьма. Третья, четвертая. Свет. Я туда в свет АЕ не закинул, чтобы там охуенно было. Рос у вас один ретрик, во тьме один ретрик. По хилам. Вероника и Килая в свету. Килая на вторую зайдешь во тьму, а Вероника не заходишь. Стоишь здесь. Крикер будешь танчить свет. Сейчас я начну сам, потом с меня заберешь Халену в свету. Во тьму я зайду, буду там танчить. Вот. Еще раз, первая, третья свет. Вторая, четвертая нет, тьма. Нет, 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 нет. Первая, вторая, свет. Ой, блядь, тьма. Первая, вторая, тьма. Третья, четвертая, свет. А у света не многовато ДПСа? Ну, там вот эти вот, кто там есть. Не, в принципе, да, совы там много дают. Сейчас посмотрим, кто типа там. Типа в свету 10 ДДшников, а во тьме 7. Давай тогда АЕ не вернем просто туда, да и все. Вот так нормально будет. 9 на 9. Да, они там заебись сыграют. А ей не как 3 ДПСника идет, если чё. Да, я тогда крикер тебя вот сюда закину для красоты. Ну так в первой пати 2 танка, потому что. Все, я закинул в четвертую, нормально. Ну, давайте. Так, тут особенности какие? Выносить метку, отбегать от метеора, не стоять в огне, ну и во тьме двигаться сбоку от босса. Надеюсь, вам метку не надо на человека, чтобы водить. В принципе, будете 90 градусов соблюдать между танком и вот как вы смотрите на бок босса. Чтобы 90 градусов было, нас обновили и рыбу поели. Войт, скажи, когда зайти, чтобы я не запуталась тут. Ага. Или хорошо. Сложно? Ты имеешь в виду в тьму, когда зайти, или когда в свет выйти? И то, и то. В идеале и то, и другое. Да, я не скажу. 75% босса это заход во тьму, сначала заходит танк, потом весь рейд. А в свет на 50 точно так же. Ну, только танк уже стоит снаружи. Погоди, вторая фаза просто? Как вторая фаза 75%, третья фаза 50%. Я что-то перегрелась, мне показалось, что несколько заходов во тьму будет. Да не, не должно быть. Надо отдыхать. Да, не исключено. Так. В общем, от того места, где вы стоите, будете всегда стартовать. Проверка. Хилам, главное, скажи, когда ему свет выйти. Вероника запомнила, не заходишь это самое в тьму, просто тут остаешься с крикером. Крикер танчит свет. Ну, сейчас я начну, ты потом подойдешь, когда скажу, ну, после первого метеора, я думаю, и заберешь с меня босс и будешь стоять. Вот. Килая к тебе выйдет, а в тьме остаются танку, Эзобраджин и Синтек. Ну, там, знаете, да, я буду танчить, на мне щиток, частица, вся хуйня, и Вердру просто поднимает рейд. Все, все готовы, на счет 3 будем пулять. 1, 2... 3. Башим. Вам выпала честь. Узреть начало эры
что я его сдвинул, блять. Перебежали на ту сторону. Не до кастового, ничего, перебегаем быстрее. Не до куда. Лужа разливается, да не надо. Это все равно КД спадет. Все, это самое, крикер, подходи. Вот я, видишь, здесь звездочка стоит, прям ко мне подходи. И забирай босса. Ага. Кто пронеспылил? В звездочке стоим. Милики, немножко вот тут сбоку бьем. Или лучше с хвоста. Так, возможно, я проебалась. Чтобы дыхания не было. Полетел. Ты, короче, кила диспеля сейчас. Побежали на ту сторону. Через лицо лучше не бегите, вас шотни. Повезло, не шот. 2% до фазы готовились. Выноси синтек. Вот диспел. Готовимся. Заходите. Сразу шотнуло. Под морду, что ли, попал? Да. Ну, была команда заходить. Ну, наверное, оттянуть. Там надо кое-что уточнять. Со стороны танка. Метку продиспельте. Сейчас. А у нас хилы мертвые. Давай, это самое, упадем. Еще раз. Заходите во тьму. Заходите во тьму, падайте. Лезвие. Бам. Сейчас я вам немножко объясню, там хилы не понимают, как заходить. Это кто там святой живой остался? Все, умираете. И пока этот бой не спал в инсте, в инсте изреки не заходите, а то вас выкинет с игры. Вот сейчас бой спал, заходите в инст. Сейчас я и логнусь. Там, когда я захожу в тьму, с той стороны, где я захожу, ну вот, чтобы вы понимали, вот если я, допустим, с крестика захожу, босс смотрит на меня, и вы заходите с другой стороны, то есть где не лицо босса, где бок босса, либо где, ну, чтобы вы понимали, вот куда вы в центр подошли, уйдите назад. Вставайте, кто там лежит, заходите в инст. Или их выкинуло? Там некоторых выкинуло. Килая, Забраджин. Когда я захожу с крестика в тьму, то лицо босса находится в крестике. Если вы зайдете с той же стороны или прямо в центре портала, то вы окажетесь под лицо босса и убьет вас кливом. Ну или позже буду вам говорить, заходите. Ну, а так заходить в любое время, чтобы это... Встаньте от портала со стороны квадрата. То есть вот отсюда, видите, со стороны... Я вам показываю. Вот со стороны квадрата 90 градусов, чтобы было между крестиком и этим квадратом. Вот где вы заходите. И квадрат к этому, к порталу подходите. На максимальный ренджет от портала. Не прямо впритык к нему, а на максимальный ренджет. Тыкаете на него, когда шестеренка, которую вы наводите на портал, становится желтой. Тыкаете и заходите. И сразу отпрыгиваете. Потому что лицо Халеона, оно в тьме находится в кресту. Там он бьет рассекающим. 10 целей. Забыл спросить вот про свет. Вот, когда я танчу, допустим, на меня метеор упадет. А мне перебегать сквозь босса на другую сторону? Или подкручивать вправо-влево? Самое простое, чтобы люди сейчас особо не загружались. Супер. Я думаю, через босса, да? Да, через босса будет перебежишь. Да. И смотри, еще в свету. Агро с тьмы сохраняется. Агро, ну, короче, в свету, когда мы будем выходить, агро, которое мы набрали во тьме, сохранится у нас. Поэтому нужно, чтобы у тебя было в свету очень много агро, чтобы мы вышли и не сорвались тебя. Ну, наверное, на перефаске, когда вот никого нет, ты не слышишь. Я пока что не набираешь игру. Ой, что-то я рыбу не понял. Рыбу ставили? Да. Стоит до сих пор. Во тьме кто с хилов диспелли? Синтек, ты видишь метки? Ну там так как изображен сдох, танку тоже должен видеть. Танку, синтек, изображен, вы все втроем должны видеть метки.
Это... А, да, точно, блядь. Подожди, магия. Это проклятие. Это и магия, и проклятие. Можно снимать проклятие. Блядь. Если это проклятие, я бы тоже видел. Только вот эти фиолетовые лужи, а вот другие нет, наверное. Их вроде не могут исправить. Хотя и то. Десятки работают, я не знаю. Хорошо, будем считать, чего-то я не знаю. Но я на своем друиде потом проверю. Ладно, хорошо. Там написано проклятие. Короче. Написано, что можно снять с вниманием проклятие. Почему? Да. Проклятие это должно быть и магия. То есть могут снимать абсолютно а все. Шаман, у тебя проклятие, снятие проклятия вкачано, по-моему, вкачано должно быть. Снятием проклятия проверь. Синтек. Вот сейчас первую метку будешь диспелить свету. Все готовы? Вставайте там за линию. Короче, как я спулю босса, так и будете подбегать. Ну, теперь получше. У меня слайд-шоу. Истерию, да, и нет? Слайд-шоу вообще. На одном месте я завис, да и все. Ну, разлагивай. Выноси, а я не. Вот синтек, давай. Перебегаем на ту сторону остальные. Диспелил синтек. Сдиспелил? Блять, да. Вот 10 человек, включая 5 хилов. Вы просто получили урон от метеора. Вы что, так медленно бежите? О, картинка сменилась. Нет, я стою в страху. Все. Иди. Потому что я знаю, что я выживу. Иди. Менять? Да, иди забирай крикер. Сочный выноси. Сам себя диспел. Не трогать, сам себя диспел. Беги. Сам здесь палил? Да. Все. А то путаете меня. Готовимся, метеор скоро. Побежали на ту сторону. Чуть подальше встаем. Заходите со стороны квадрата. Захиливаем танка сразу. Все отлично. Начинаю крутить, двигаемся сбоку босса. Двигаемся сбоку босса. Там хапало. Зачем он зашел? Вероника, зачем? Мне выйти? Я прожмусь. Нет, пока не выйти. Ты прожмешься. Танку выйдешь свет. Сочный, когда выйдешь свет, резнешь Веронику. Вероника зайдет в тьму потом по команде. Четыре процента. 3% фазы, готовься. Один процент, готовься, скоро появится Халион. Фаза пошла. Третья, четвертая, на выход, портал сзади вас. Метку выноси. В лезвие не забеги, синтек умер в лезвие. В шарике. Вадикон, ресишь синтека. Синтек зайдешь в тьму с Вероникой. Два хила, которые во тьме посильнее хилим. Заходите, синтек и Вероника в тьму. Танку, ты должен в свет был выйти. Портал в хвосте, выйди в свет. А у ебать диспелта будет, нет? Метеор на ту сторону перешел. Перебегайте. А, во тьме 60%? Да. В тьме давайте Геру Зубраджин. А там шамана нету, похуй. 750 на 50 булки наноси. У вас свет живой? Ае не помню. Mm-hmm. Давай Хейки. No, yeah. Хейки Ае не рез. Потом. Когда no, лезет. 25%. Так, тьма, стопайте дамаг. Хотя бы вторая группа, только стопните, остальные бьем. Метеор перебежали. Метеор перебежал.
Все бьем. А я не заходи в тьму. И выбор. Выбеги, я произоспал. Да он сам себя может же. А я не, только смотри, лезвие сейчас будет осторожно. Лужа, милики, да выбежали. Нет. Дал не зыбку. Зачем? Захиливаем. Дал не зыбку. Просто захиливаем. Пиздец, конечно. Вторая группа, притормозите. Свету там Гера. Тьма? Тьма полностью, стоп дамаг. Если не ошибаюсь, 30%. Свет сильнее, танку выноси, рарник выноси. Метеор, да. Света тоже 30%. А как ты понимаешь? Да не говори ничего, просто молчи. Ничего не говори, не комментируй. Я говорю стопать, вы стопаете, тьма. Тьма не бьет. У нас 5% осталось. У всех 5% осталось. Ну, блядь, ребята. Все. Сейчас 50%. Все, бейте. Full DPS. Надо было так все-таки Айене в свету и оставить. У нас свету типа мало урона было или что? Ебать, ни одной чешки не упало. Да, в тьме больше урона просто. Да ни у кого не упала чешка. У кого-то точно упало. Думаете, у нас ранка чешка упала. Вы думаете, два халёна? Не, вчера РДДшная падала. Это... Кила я сочная, Ольчи. Чё это за хуйня? Сейчас я приор отключу. Блядь, мой приор, пипец. Так. Тапки вот эти вкусные на миликов. Кила я сочная, Ольчи. Бля, Нурик весь ров целка оставил, сука. Ничего страшного. И вот это на кого? Это на... Это на Ханта. На Ханта Энха. Ханта нет, на Энха, наверное. А шаман у нас только один. А, блядь, у нас есть шаман? Нет шамана у нас. У нас же покинул, он забирает тоже. Чё, я тогда килаю закидываю. Всё. Давайте в ВК пойдем. Так, да, ИВК, ребят. Давайте так, у кого есть время на ИВК, оставайтесь в группе, сходим в ИВК. 25? Сейчас... Да, так, конечно. Народ шмот. Ну, время есть только до 8. Успеем, нет? Конечно успеем. Сейчас сколько там? Да, мы там 30-40 минут провозимся, не дольше. 5 минут тоже идите, курите. Так, давайте шмот сначала мои не убегайте, кому надо. Вот эту штуку паролу. Надо кому? Отзовитесь. За ИВК тоже...